Приветствую вас, друзья. 10 декабря, уже осталось 2 недели до титульного боя Фаридуна Одилова и Даурена Ермекова. Турнир пройдет в Казахстане, в город Атырау. Друзья, в этом вечере будет 3 титульных боя. И главный титульный бой — это Фаридун Одилов, Таджикистан, и Даурен Ермеков, Казахстан. Мое мнение по этому поводу, по этому бою. Я считаю, что фаворитом является, конечно, Фаридун Одилов. Потому что я смотрел бои Даурена Ермекова. И я считаю, что Даурен Ермеков не уровень Фаридуна Одилова. Он, Фаридун Одилов, по всем аспектам сильный. Он в партере намного мощнее, и базовольная борьба. Он намного сильнее, чем Даурен Ермеков. И Даурен Ермеков знает это и не будет лезть в борьбу. Даурен Ермеков неплох в стойке. Он страйкер, он будет драться в стойке. И я думаю, что Фаридун в первых же секундах боя переведет его в партер и начнет там работать. И, возможно, закончит бой в конце или во втором раунде. Я так считаю, друзья, это мое мнение, потому что я знаю, что Фаридун Одилов смотрел бои Фаридуна и, конечно же, Даурена Ермекова, и мне кажется, уровень Фаридуна Одилова намного выше, чем Даурена Ермекова. Я иду по улице, и сзади светит солнце, поэтому плохо видно. Главное, что меня слышно хорошо, друзья. Друзья, пишите свое мнение. Кто фаворит в этом бою, по вашему мнению? Я думаю, вот лично мое мнение, Фаридун Одилов победит или в первом, или во втором раунде досрочно Даурена Ермекова и защитит свой пояс. Друзья, поддерживаем бойцов. Конечно, будем болеть за Фаридуна Одилова. Надеемся, что он защитит свой пояс 10 декабря. 3 титульные боя в этом вечере. Главный бой вечера — Фаридун Одилов и Даурен Ермеков, Казахстан. Надеемся на честное судейство в Казахстане. И будем болеть за своих бойцов. Мира вам и добра.